Бывший полутяжеловес UFC Никита Крылов подписал контракт с компанией Fight Nights. Срок соглашения рассчитан на 2 года. Подписание произошло прямо на ходу турнира Fight Nights Global 59. Напомним, что Крылов решил не продлевать контракт с UFC. Хабиб Нурмагомедов уверен, что после поединка с ним карьера Тони Фергюсона неизменно покатится вниз. Как только Фергюсон понял, что ему не избежать поединка со мной, он тут же начал просить UFC больше денег за бой, сказал Хабиб. Выдвигать какие-то нелепые требования. И знаете почему? Потому что Тони знает, что это его последний бой в UFC. Все увидят 4 марта, как с Тони будет покончено. Я однозначно сломаю его карьеру. Юана Айдженчик против Джессики Андраде на турнире UFC 211, который состоится 13 мая.